Это просто, смотрите, какая скорость. Это Соник, это Флэш. Это просто какая-то нереальная имба, ребята, в этом турнире и в этом режиме. Ребятки, всем здорово, с вами Артимен. Сегодня я возьму наш новенький легендарный танчик-котенок, но уже отправлюсь на нем сражаться, ребята, в ежедневный турнир, потому что здесь очень крутой ежедневный турнир. Один из моих самых любимых, ребятки, здесь у нас супер урон X3, супер перезарядка X3 и больше скорости X3. То есть у нас котенок будет много атаковать, быстро перезаряжаться, так еще и быстро двигаться. И, короче, это будет что-то сумасшедшее. Я даже не представляю, что будет на этом котенке. Давайте посмотрим и попробуем побить рекорды. Ну а ты, конечно, подпишись, поставь лайкос. Погнали, ребята, в первый самый бой. Так, ну что, как он у нас двигается? Давайте посмотрим. Воу! О, быстро, быстро, быстро! Воу-воу-воу! Жесть, круто! Вы посмотрите, что вытворяет котенок! Жесть! Обалдеть! Вот это я понимаю. О, кстати, я же могу сейчас сделать большую серию побед. Смотрите-ка! Офигеть! Теперь от меня никакие противники не убегут. Вы смотрите просто, как я гоняю. И у меня огроменный урон получается, ребята. Жесть! Офигеть! Очень классно. Так, 14, 15, 16, 17, 18 уничтоженных подряд. Давай, давай! Блин, на коте можно ставить огромную, ребята, серию. Обалдеть! Вы просто гляньте на это! Жесть! Я такого вообще не ожидал. Вот, вот для чего создан, ребята, этот танк. Он идеально создан для серии побед, потому что он здесь просто всех разносит. Так, вот этого почему-то именно маленького тарантула не так быстро побеждает. Кстати, да, танчики уже становятся мощнее, уже одного удара не хватает, уже нужно порой делать несколько ударов для одного и того же танчика. Ну, блин, вы просто посмотрите, какой он резвый, 45 уничтоженных подряд. Обалдеть, какая рекордная серия, ребята, у меня столько никогда не было в этих танках. Никогда, давай 50, 50, 50, давай, да, 50 уничтоженных танков, просто жесть, ребятки, просто жесть, давай 51. Жесть, но тут уже очень много становится жизни у этих танчиков, конечно, это прямо видно. У меня, кстати, да, начинают они очень быстро уже оперативно снимать все хпшки, которые у меня есть, но вы просто гляньте, он даже запускает эти танчилы. Так, двойной удар. Двойной удар, чтобы не сбилась у меня серия побед. Отлично. А, все, сбилась, ребята. Она сбилась. Сбилась, к сожалению, серия уничтожения. Я не помню, сколько точно было цифра. То ли 55, то ли 56. В общем, какая-то такая цифра за 50, ребята. 50 уничтоженных танков подряд. Вы просто прикиньте. 13 тысяч очков, ребята, за 50 уничтоженных танков. Просто с куста. Вот так вот мне раз и насыпало просто за одну, ребята, попыточку. А я ведь первый раз зашел, ребята. Я зашел первый раз просто попробовать посмотреть, как играет этот котенок. Он такой здесь резвый. Вы посмотрите, просто жесть. И перезарядка быстрая. Вау! Обалдеть, ребята. Но это реально имба. Это имба вот таких вот всяких ежедневных турниров. Вот таких вот, где нужно ставить, короче, серию уничтожений. Я понял, для чего разработчики сделали. Для крутой серии уничтожений. Вот я потому что очень редко играю, на самом деле, в ежедневные турниры, ребятки. А походу именно для этого, именно для этого создан этот танчил, ребята. Разработчики такие думали, так, как бы нам поставить большой рекорд? Как бы нам делать большую серию уничтожений? Да вот, пожалуйста, танчик-котенок, сделать ему быструю перезарядку на большой урон, резвую скорость, и все, он будет уничтожать просто капец как много. За первую самую игру, ребята, у меня получилось 13 708 очков. Это, конечно, далеко от рекорда, потому что рекорд... А, кстати, я не могу почему-то посмотреть рекорд. Да, кстати, ребята, что-то с таблицей лидеров не то, потому что даже если я перезахожу в эту таблицу лидеров, у меня просто бесконечная загрузка. Вначале, как только я зашел в этот режим, мы с вами видели, там был чел, у которого в максимуме что-то было где-то 22 тысячи очков. Как он сделал 22 тысячи очков, ребята? Объясните, на каком танке я сделал 55 уничтоженных танков. 55, у меня было 13 тысяч очков. Как он сделал в 2 раза больше? Как он смог это сделать? У него такой же код, у меня 20 уровня код, больше его не прокачаешь. Такие же бустеры. Что он сделал, чтобы уничтожить где-то не 50, не знаю, там, а 60 или 70 танков подряд? Как он это сделал? У них очень много ведь жизни. Или в конце концов они его смогут уже убить, потому что мало жизни останется у котенка. Как он это сделал, я, ребята, не знаю. Но давайте попробуем с вами в очередной раз пойти в этот бой. Так, поставлю другой скин. Поставлю, знаете, какой бустер? Какой бы бустер взять? Ну, наверное, я
аптечку. Самое главное здесь это восстановление жизни, мне кажется. Да, потому что очень быстро уничтожает. Бесконечная загрузка таблицы лидеров. Почему-то, я не знаю почему, но, блин, вы посмотрите, как он круто сражается с этими бустами. Просто очень круто. И бегает быстро, ребята. Ну, просто жесть, ребят. Мне очень нравится, мне очень нравится. Так, два уничтоженных танка. Давай, три, четыре. Ну, погнали, погнали еще раз. Так, пока что мы, кстати, все танчики валим ровно с одного раза, кроме, конечно, этого тарантула. Кстати, карта у нас джунглей. Удивительно, ну просто жесть, как он бегает, ребята. Как он бегает во время атаки. Супер быстрая скорость. Просто супер быстрая скорость. Это какой-то флэш. Флэш Соник, я еще не знаю, как его назвать. Просто это реально крутой танк. Ну это крутой, ребята, фановый легендарный танк. Я теперь понял, для чего он создан. Вот для таких моментов, ребята, этот танк разработчики и создали. Его чисто для таких моментов. Он прямо их разносит. Просто жесть, в щепки. В щепки, получится ли у меня сейчас сделать больше? Я что-то, честно говоря, не знаю, не уверен. Так, ой-ой-ой, что-то много танчиков здесь. 41 уничтоженных, эй-эй-эй, давай уничтожайся. Все, отлично, давай вперед-вперед-вперед. Давай-давай-давай, так, наша задача выжить. Наша задача выжить и при этом нанести много урона. О, какая здесь толпа танков передо мной. Так, 50 уничтоженных, давай. Давай, побьем рекорд. Мы должны побить рекорд. Блин, капец, уже очень много у них жизни становится реально. За счет этого мне сложнее гораздо атаковать. Вот, сейчас спадет. Нет, не спал. Да, спала, ребята, серия побед. Спала, к сожалению, потому что, ну, вы сами все, ребята, видели. Вы сами видели, мне уже надо было носить где-то 4 удара по одному танчику, чтобы его победить. Да, к сожалению, ребятушки, победная серия ушла. Хотя могла не уйти, на этот раз у меня получилось 53. Да, получается 53 танка, ребята, подряд я уничтожил. Так, ну я использую, наверное, аптечку. Котенок, конечно, вообще супер резвый в этом вот моде, в этом режиме. Мне это, конечно, нравится, ребят. Так, ну пока что мы живы, мы можем еще сражаться, можем делать большие рекорды. Ну, в принципе, никакой другой танк в Hills of Steel, по-моему, никогда не сделает 50 уничтоженных танков подряд. Никогда, ребята. Ни Рекс, никто другой, мне кажется, столько не делал. В принципе, это рекорд, ребят. Это мой личный рекорд. Я никогда не делал больше 50 уничтоженных танков в этих турнирах. Никогда, ребята. Никогда, потому что, ну, по-моему, Рекс был рекордсменом. Он делал где-то 30, что ли. Я, в общем, точно не помню. Бессмертный тоже не делает здесь больших рекордов, так как, ну, противники становятся очень живучие. Вы это сами сейчас видите. Тут прям капец, как сложно их уничтожать. Вот. Но, естественно, котенок побил рекорд просто всех. Всех танчиков он реально побил рекорд. И, ну, ставит просто какие-то абсолютно новые безбашенные цифры. Если пробовать играть аккуратно, то есть подходить вот так, атаковать и отходить, то у нас больше шансов, что мы выживем. Но, правда, это не точно, потому что, смотрите, нас все равно атакуют. Я, конечно, стараюсь по максимуму. Ну, блин, нет, все равно, смотрите, тарантулы закидывают своими этими снарядами постоянно. Как только я приближаюсь, по мне сразу летит град, пуля от этой вот толпы. Блин, капец просто. Очень много, да, пуль летит по мне. Я при этом их почему-то нормально не могу уничтожить и попасть. Да что такое у них, капец, сколько много ребята жизни стало. Давай. Мы еще живы. Так, подождите. А как он стреляет так издалека? Алло, это что такое было? Что за читы сейчас были? Вы видали, как он стрелял? Окей, ребятушки, в этот раз, кстати, получилось меньше. Я не знаю, почему меньше. 13700 было и 12200 стало. Так, интересно. Вроде бы я не так уж далеко ушел. Я тогда уничтожил 55 танков, а тут получается 53. Как-то странно, ребят. Как-то странно, почему-то сейчас получилось немножко хуже результаты. И, кстати, да, таблица лидеров почему-то не обновляется. Это какой-то новый баг после обновления. Я как только принял участие, у меня теперь таблица не работает. Все, она в какой-то бесконечной загрузке. Почему? И я не знаю, ребятки. Так, ну давайте наденем скин Лев. И у нас есть еще одна, как минимум, попыточка. Я хочу точно попытаться сделать еще какую-то крутизну. В общем, бустер-аптечка, не знаю. По-моему, не особо нам помогает поставить какой-то большой рекорд. А вот рекорды поможет поставить, наверное, только двойной урон, я так полагаю, ребята. Давайте прокачаем его на максимум. Он у меня 20 уровня. Теперь он работает 4 секунды. То есть где-то на 2 удара. На 2 удара именно котенка должно хватить двойного урона, чтобы вот так вот победная серия в конце, например, не сбилась, а я успел победить еще несколько танчиков. Ну, давайте попробуем. Итак, погнали. Очередная попытка сделать какой-то крутой рекорд. Да, вот, у чела рекорд 20 тысяч в правом верхнем углу. Нам это показывают. Как он это сделал? 20 тысяч.
У меня максимум 13 получилось, ребята. До 20 еще минимум 7 косарей. Как он это сделал? Я, ребят, вообще не понимаю. Ну это просто, смотрите, какая скорость. Это Соник, это Флэш. Это просто какая-то нереальная имба, ребята, в этом турнире и в этом режиме. Обожаю теперь котенка, ребят. Реально, в ежедневных турнирах это реально супер крутой танк. Вы сами видите. Просто крутейший танчило. Супер крутейший и супер веселый, я считаю. Так, ну пока что 34. Кстати, как мы быстро дошли до 30 уничтоженных танков. Это просто трэш, ребята. Просто жесть. Кстати, напишите, у кого какой рекорд уничтоженных подряд танчиков и на каком танке вы это делаете, ребята. Мне вот тоже это очень интересно. Так, становится, кстати, сложновато. Уже 44 уничтоженных танка. Уже немножко проблемы у нас возникают. Не-не-не, сейчас собьется серия. Блин, давай, давай, давай. А, не сбилась серия, ребят. Мне пришлось применить двойной удар, точнее двойной урон, чтобы не сбить серию. Но, ребята, блин, все, походу мне капец. Да, здесь смотрите, сколько хпшек. 53 уничтоженных, ребята, танка. 53 уничтоженных танка, точнее 2. 52 получилось. И 10 тысяч, да ладно. Ну что, прикалываюсь здесь. Просто из-за того, что я не уничтожил еще один танк, у меня минус 2000. Ну, когда я сделал 53 уничтоженных, у меня было 12 тысяч, да, ребята? А когда 52, то вот 10 тысяч очков, ребят. Как-то странно. Как-то очень странно, честно говоря. Ну, вот вы сами видели, в общем, все еще зависит от рандома. Как у вас будут спавниться эти танки, как они будут вас атаковать. В общем, мне не повезло в этот раз, и я хочу попробовать еще, точно, еще. Мне, в общем, в этот попытку мне прям конкретно не повезло. При том, что я прокачал бустер на максимальный уровень. И я попытаюсь еще раз, ребята. Я пытаюсь взять еще реваншик. Мне надо сделать хотя бы 55, получается, уничтожений. А если я сделаю больше, то будет еще круче. Ладно, погнали. Вау! Так, ну знаете, кто вот больше всех мешает нам делать серию побед? Да, ребята, тарантулы. Тарантулы, которые вообще, они очень крепкие, вот эти мелкие тарантулы. Еще у них вторая стадия, которая тебя затормаживает. Если эти танчики сразу лопаются, то там они сразу не лопаются. Ты потому что уничтожаешь первую стадию, потом из этого тарантула сразу автоматически вылазит вторая стадия. Ну, короче, и это все очень долго тянется, это вообще неудобно. Вот, первая стадия уничтожена, вторая еще и не фиксирует урон почему-то с первого раза. 35-36 уничтоженных танков уже, да-да, отлично, ребятки, давайте двигаемся дальше. Вот они, опять эти тарантулы. Ну, короче, как повезет, ребята, видимо, еще и как повезет. Еще если ты случайно оттолкнешь от себя какой-то танчик, у которого мало хп, то тоже может не повезти и могут быть какие-то, в общем, проблемки. Так, 45-46 уничтоженных, 47, давай 48, давай-давай-давай, воу-воу, сколько хп, сколько хпшек у них уже становится, уже много, ребята, хп. Так, делаю двойную атаку, давай, 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 держись, 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 ты должен успеть. 53-52, давай, 53, да, да, давай, еще, блин, много жизни у этого засранца, 54, давай, идем на рекорд, блин, все, не догоню, 50, да, 54, ребята, уничтоженных танка и 2500 очков. Ну, короче, все, да, серия прервалась, к сожалению, но вы видели сами, 54 уничтоженных танка, это где-то 12500 очков. Я тогда сделал то ли 55, то ли 56 уничтоженных танков в самый первый бой, и за счет этого у меня было где-то 13000 очков, ребята, 13700, ну или что-то вроде того. За обычное уничтожение этих танков дают не так много очков, и это, конечно, печально, ребята. В общем-то, рекорд в этом режиме можно поставить, только сделав крутую огромную серию в самом, получается, начале. Ну, то есть вот так вот идти и делать 60 или 70 киллов подряд, ребята. Только так эти все челы в своей вот этой рекордной таблице, которая у меня почему-то не грузится, сделали свои рекорды. Я не знаю, как это еще повторить и как сделать так же 20 тысяч очков. Вы видели, я стараюсь просто на максималку, ребята. У меня на максималку прокачан котенок. У меня на максималку прокачан бустер, двойной урон, чтобы случайно не прервать серию, а нанести больше урона по противникам, ребята. Но это мне вообще не помогает. Это мне вообще ни капельки, ребятки, не помогает. И, в общем-то, у меня максимум, что это было, 55-56 уничтоженных танков за один вот этот бой. Да, ребята, ну вот сейчас еще разочек техническую, так сказать, попыточку с вами сделаем. Посмотрим, смотрите-ка, 25 уничтоженных. В принципе, да, катки здесь быстрые, ребята, потому что серия побед прерывается очень быстро. Ну, точнее, набирается очень быстро, а потом очень быстро прерывается, когда танчики и противники становятся уж очень
очень сильно мощными и очень сильно живучими. Это, конечно, жестко. Особенно тарантулы, ребята. Особенно самые здесь живучие, это вот эти тарантулы, которые тебе потом портят всю эту, собственно, игру. Это, конечно, реально проблема. Так, ну что, у нас уже 43 уничтоженных танка, 45, 46. Давайте. У нас есть шансы победить. У нас есть шансы еще сделать какой-нибудь рекорд. Если получится, блин! Вот, все, смотрите, он мне сейчас серию сломает. Серию сломает побед. Да, ребята, вот просто попался тарантул, видали? Попался тарантул, который заспавнился не в том время, не в том месте. У него было очень много хп, гораздо больше хп, чем у других танчиков. У него была, к тому же, первая серия, то есть первая стадия. А для того, чтобы тебе засчиталось очко, нужно сделать сразу две стадии, уничтожить этого тарантула. Ну и все, ребята, у меня сорвалась серия, даже не дойдя до 50. Короче, здесь еще рандом, вот в этом именно случае, зависит от противников, которые тебе попадаются. Если попадаются тарантулы, то они тебя вот так вот уничтожают. И все. Минус серия, минус рекорды. В общем, всего-то, получается, я набрал максимум 13 700 очков, ребята, в этом режиме. В самом первом бою мне больше всего, видимо, повезло или что. Я не знаю, на каком я месте. Я не могу, к сожалению, посмотреть таблицу лидеров. Она у меня просто не грузится. Но очень прикольно, ребята, ивент. Очень классно реализовался танчик, именно наш котенок, в этом ивенте. Я не знал, что он будет здесь имбой и делать большие серии уничтожений. Так что вы теперь знаете еще одно его преимущество. Напишите, сколько у вас очков получилось в этом режиме на котенке. Ну а если вам понравился этот ролик, посмотрите мои предыдущие ролики, где я сражался на всех 25 танках в боях 1 на 1. С вами был Артимэн, всем до новых встреч, всем пока-пока.